построили и построили два других моста, Манхэттенский и Вильямсбургский. Порядок мостов с юга на север очень легко запомнить. БМВ, как машина. Бруклинский, Манхэттенский, Вильямсбургский. Но Бруклинский мост был построен еще в 19 веке, 14 лет строился по проекту Джона Реблица, выходца из Германии. А те два моста уже строились в начале 20 века. И строились так, чтобы по ним могли ходить поезда метро. Они мосты двухэтажные, сейчас, может, мы увидим, там поезд какой-то проезжает. Первое десятилетие 20 века были построены те два моста. Когда этот мост был построен, про него Маяковский писал, «Я горд вот этой стальной милей, живьем в ней мои видения встали. Борьба за конструкцию вместо стилей, расчет суровый, гаек и стали». Когда он был построен, это был первый мост, основанный на вантовых конструкциях. Люди боялись по нему ходить, они боялись, что такая громада, вот подвешенная, рухнет. Тогда циркач Барнум провел по нему 20 цирковых слонов. Слоны прошли, мост не обрушился, мостом стали уже люди пользоваться. Кстати, там наверху, тоже один из таких нью-йоркских таких обычных аттракционов, там наверху есть прогулочная дорожка для пешеходов. Сейчас мы их не видим, но когда вы идете, вот это все вам не мешает, вот что завешено. Сейчас идет ремонт, там вот капитальный ремонт моста. И вы можете пройти по этой дорожке, шикарный вид открывается. Нет, можно, да. Ремонт идет там машина. Вот, третий мост такой, вот, В, смотрите, на В. Вот видите, золотая фигурка наверху. Там рядышком наша мэрия. Я смотрю, вот на эту дорожку. Вы увидите, не прогадаете. Как третий мост называется, извините, вам? Вильямсбургский. Приедем, походим, сейчас, секундочку. В Чайна-таун будет второй мост, Манхэттенский. Он будет прямо в центр Чайна-тауна. А последний, это Вильямсбургский, потому что там район, который когда-то был самостоятельным городом, городом Вильяма, Вильгельма, Бург — это город, Вильямсбург. А на него как пройти? Сейчас, да, они за ним недалеко. Вот как мы шли, если вы дальше немножко в ту сторону прошли, вы на него попадете. Нет.